Валя-то как там живет? Да хорошо. Нормально? Ну, скажем, что жаловаться? Ну, есть сложности, трудности, как бы врачи... А еще у нее трудности-то? Она же в положении. Ну? Ну и что-то по анализам, Ольга, вот сестра моя такая, Ольга там наша. Она говорит, что-то там сложно, нехорошо. Надо кесарево делать, да? Да, что-то... Это врут они. Они делают все для того, чтобы русские женщины в репродуктивном возрасте не рожали. Там такая тема, что при таких анализах аборт лучше делать. Да. Вот я живу, повторю сейчас, я живу в Пензе, на квартире у Карпов, они баптисты. У них трое ребятишек, четвертый рожать. Анализы показывают, аборт никак нельзя. Приехал с бородой такой представительный мужчина, тоже баптист, врач. Осмотрел и говорит, ничего нельзя сделать. Она пришла, плачет, Игнашенька, что делать? Я на квартире живу у них. Я говорю, Марфенька, давай молиться. И мы стали молиться. И ребенок родился у нее четвертый. Четвертый, его Паша звать, они так его мне приписывали. Это Игнатий спас его. И после этого у нее еще было, один, кажется, 11 ребятишек. После этого. И все. Вот еще, и все. Все получается. 7. Да. Вот какое дело. Поэтому довериться Богу. Ну, я так и сказал, Надя тоже вот в уныние, я говорю, ну, по Богу угодно, то и будет. Мы ничего не изменим, как никак. Да будет воля твоя, вот и все. Вот мой дом. Это моя мама тут была. Отец Аким тут родился, я на Карпах. Ну, я тут вырос. 12 ребятишек. Никто не знал ни кесаревых, никаких этого не было. И главное, декретный отпуск был у ней. Кажется, одна неделя после родов. А до родов ни одного дня. Ни одного. Дома мать ходит в положении, и я даже не знал, что она в положении. Я уже взрослый был, я в 5 классе, наверное. Ну и везде капканы наставил, крыс ловит там. И пилим с ней, она, что-то я так не могу, подожди маленько. Дрова пилим с ней-то. Сама ушла в коровник, и коровник и там родила. И оттуда кричит, ребенок-то родился-то. А я думал, крыса попала с капкан-то. Я молоток схватил, и туда дверь закрыта. Видно, что дверь не просто, а закрыта. И она оттуда говорит, бегай за кочиха. Кочиха была, повитуха бабка. Позови ее. Мама, еще с тобой? Да я мальчика нашла. Понимаете, как это все было просто. Там на краю у нас жили Кочкины. Бабы жнут серпами хлеб. Это время было такое. Ничего не было. Вяжут снопы. Снопы, и когда несколько снопов стоит, чтобы они сохли кверху, пшеницы это, балки-то не делаем, назывался суслон. И она отошла за суслон туда, говорит, ну мы все там, или совета отошла, если ребенок кричит, подходит, двойня, она в подоле их держит уже. Отец говорит, плугом, говорит, отрезал пуповину. Плугом. Да вообще невероятно. Я говорю, может быть, это смехом, серьезный, говорит, нечем было, но руками не будешь кинуть, так говорит. А прокинул плуг. Пуповину, говорит, отрезал и все. Так или не так? Заражений, да, ничего не было. Мама говорила, роженец ходит неделю по краю могилы. Все, она помнила, кто рожал. Так это 12. И все живые, ну, двое умерли рано, а 10 раз осталось. Сейчас нас 8. Видишь как? Доверься Богу. А тоже советовали, как она беременна. Марья, да ты то ли с ума сошла? Да куда же ты нищету плодишь? И которые говорили матери нашей, ни одного нигде нет. Это в человеке заложено. Мой отец на войну пошел, когда я уже был, я с 39-го года. А он пошел. Она, мать-то, видимо, в 41-м пошел, а в марте родилась моя сестра. Если аборт сделаешь, домой не вернусь. Во как понимали. Все. Ну, сестра, она моложе меня, 42-го здесь. Поэтому скажи Вале, будем помнить, молиться, доверься Богу.